Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. В районе 9 часов, начало 10, здесь совсем очень близко, где-то легло. Легло, ну, недалеко от нас, сказали, это в районе больницы, автобазы. И здесь взрывной волной, у нас даже лопнуло стекло с пластиковое. Значит, очень громко, сильно было, дети начали бояться, испугались, кричали. И мы, естественно, что мы вывели детей в коридор. Старшеклассники в более безопасные места от окон отвели. Малышей перевели сюда в подвальное помещение. И начали сообщать всем родителям о том, чтобы, ну, по возможности, когда чуть-чуть затихло, чтобы начали детей забирать. Никого мы просто так не отпускали. Всех буквально сдавали на руки родителям. Вот этих детей еще не успели забрать родители, поэтому они сидят вместе с нами в подвальном помещении. Три взрыва больших было, которые близко возле нас были. Вообще их было много, но те, которые близко возле нас, было три.